Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кошак, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Че, 2 секунды, в принципе, по таймингу сказал приветствие. Как вы думаете, пацаны, 6-я ночь будет сложной? Да не, легкая. Легкая, все, давайте проверять, улыбаться и угорать. Спокойно, спокойно, все, тащим, будем ждать. Я знаю, что Фредди сразу приходит с той стороны и хочет нас замочить. Так, Серега, чуть... А, это ночное видение у тебя, хотел сказать, у тебя такие модные солнечные очки. Черное очко, ладно. Ребята, настроение у нас, как всегда, классное. Надеюсь, вы сейчас смотрите наш ролик, улыбаетесь и уже делаете подписку и ставите лайкосик. Прям чувствуется. Молодцы. Слишком тихо. Очень тихо. И, кстати, 6-я ночь очень слабая. Не знаю почему, но мне кажется, ты должен... А, тут же рандом полный. Может быть, как в 1-й ночь, нелегко очень. Ладно, шучу, так не будет. Не знаю, очень подозрительно легко. Даже никто не шмякает, не тарахтит ничем. Или здесь тарахтят, когда кто-то управляет, да? А, вот, все, пошел конченый звук, слышу. Еще пошел. О, Бонька уже здесь. Ой, запах кончен. Так, пошел. Ой, Чика тут. А, не, я забираю свои слова назад. Все идет у нас своим чередом, все четко. Они, опа, короче, тут появились и исчезли. 2 засранца. Это чисто так поражать, да? Да, я так понял. О, не, Чика, вот. Извини, Димас. Ничего страшного, я чуть не обосрался. Я думал, у тебя дверь... Бежит! Слышит? Как я вовремя закрыл! Вау. Вы видели этот тайминг? Да. Это высший левел. Да что ты лезешь средь бела дня, алкаш? Не ушел? Видно его. Он долго не стоит. Нету его там. Да. Так, как вы думаете, ребята, в 6-ю ночь... Так как так-то? В 6-ю ночь сколько раз ушел будет прибегать Фредди? Ой, Фокси. Фредди! Фух! Вот это жесть. Вовремя закрыли. Я думаю, 3 раза Фокси прибежит за ночь. Да, скорее всего. Потому что если он больше раз будет прибегать, то мы сольемся, у нас энергии не хватит. А, Виктор, сюда лучше сядь, будешь тут это палить, это Бонни. Кстати, в 6-ю ночь этот Фокси очень быстро бежит. Прямо вообще там просто такой тайминг надо. Блин, Димас, ты меня пугаешь немного. Я тоже. Ой, да. Ты меня пугаешь, я тоже. Все сходится. Все. Отлично. Я как часовой наблюдаю. Так, Чика там стоит и смотрит на меня своими глазяками. Опа. Опа, с двух сторон сразу. Понял. Ушел Бонни. Отлично. Так, сейчас должен Фокс опять бежать. Фиг тебе, Чика. Так, ржет. Посмейся мне тут еще. Так, я держу кнопку. Бонни! Бонни нет, ушел. Ушел? Это жесть. Чика! Да, Серега, что ж ты так-то? Давай я слева, ты справа. Давай. Ах, блин! Идите колотить, слились! Я представляю, если человек будет управлять, мы не пройдем. Ну давайте еще раз попробуем, да? Однако нелегко. Да, 6-я ночь. А будет 7-я, кто знает? Возможно. Должна быть. Я не помню. Поживем, увидим. Если вы просто, если поживем. Ты видишь, что творится здесь? Опа, кто-то жмякает. Пасхалочку. Кексик. Так, стоим и смотрим внимательно, потому что... Оп, не успел. Оп, ушел. Вижу его отсюда. Так, ждем Фокси. Сейчас будет бежать. Я вот прям чувствую. Он тогда на 2-м часу побежал. Да? Да. Я так туда-сюда из стороны в сторону бегаю, чтобы смотреть. У нас на каждый час должны пацаны уходить по 15%. Поэтому у нас, в принципе, все норм. О. Я могу вот так за Фредюшкиным смотреть. Чика-чика. Сейчас за жопу цепнет. Ушла? Да. Ушла. Бежит! Бежит. Ты что, быстрый? Шустый. Так, энергию не воруй, вонюча. Вонюча. Он пока что 1% чисто своровал. Не, было больше. 83% съел. Ну, хоть так. Бонни туда-сюда бегай. Не знает, с какой стороны к нам подойти, но у него не получается. Потому что мы лучшие охранники в этом мире. Представляешь, Серега, если бы ты управлял, мы бы до часу дня даже не пройдем. Мы сразу слились. А потом сделаем челлендж. Выживи или умри.
Я помню, в старой версии ФНАФа тут даже Бонни. Оп. Ушел. Отлично. Пришел. Смотри, да, а это законно? Ушел. Как так по два раза? Да три. Да чего, издеваешься, мужик? Чего ожидал, Диман? Шестая ночь. Бежи! Фокси! Бух, 60% стало, а? Открывай. Так, нам надо, чтобы в 3 часа было 50%. В принципе, мы можем так сделать как-то. 59%. А есть чит-код на проценты энергии? Нет. Было бы прикольно. Было бы мне интересно тогда. Да. Опа. Да закрой! А чё вы не закрыли? Я нажимал закрыть, а он на фонарик нажимал. Ребята, третий раз. Пробуем. Сейчас мы договорились, что пацаны будут сами закрывать. Кто-то один просто смотрит, а один закрывает. А то в пятером одну кнопку жать, такое себе удовольствие. А чё, когда энергию жмешь и кнопка, она не закрывается? А, я понял. Ты, наверное, просто вы промахнулись. Я просто, да, промахнулся, я на свет нажал каким-то образом. Хотя на кнопку нажимал двери. Ну, вроде бы постараемся пройти. Ребята, если мы не пройдем, то сразу не судите нас строго, потому что очень сложная ночь. Бывает такое, что не получается. Ну, по крайней мере, попытка хорошая. Не пытка. Да. Что-то очень спокойно. Опа, пришла. Вот смотри, что ты стоишь. Так, напряженная ночь и напряженная попытка. Тогда эти первые два раза было как-то весело, сейчас уже не до веселья. Потому что понимаем, что можем не пройти. Или сможем. 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 Все, надеюсь. Главное верить. Да. Кажется, они по алгоритму какому-то. Не, рандомно. Это ладно, я там, допустим, управляю ими. Да-да-да. Всегда сразу направляю. Вот Бонни вообще приходит. Раз. Как-то раз. Бежит. Бежит. Бум. Отлично. Смотри, три раза прям постучал. Все свои дома. Никого нет. Чика. Так, ребята. Стараемся затащить. Как-то мало Брейс. Процентов у нас в этот раз. 80% да. Час ночи. Было 85 тогда. А Фокси сожрал 5% энергии. Так, мне кажется, мы опять не затащим. Но я так думаю, потому что уже как-то все быстро кончается у нас. Если Фокси прибежит еще один раз, затащим. Если нет, то навряд ли. Помню, как-то мы и проходили еще давно, когда до обновления. 1% у нас был, и мы выиграли в шестую ночь. Все продумано до мелочей. Так, пацаны, ну... О, фух, я чуть не прозевал. Опа, ушел. Сейчас опять будет переходить? 75%, 2 часа ночи. В принципе, нормально. Ну да. А может и получится. По 15% на каждый час. Как главное, на фонарик не жмякай, будет все хорошо. Во. И камеры. Фредди. Отлично. Так, так, так. Все у нас хорошо. Чика. Не, мне кажется, в этот раз мы пройдем, более внимательнее играем. То мы булочки да. Расслабили просто и думали, что все так легко. Думаем это. Да. Че, за пару минут пройдем, да пустяк. Ага, сейчас там. Ага, дирижабль. Ага. Кто этот прикол знает, напишите в комментах. Это очень старый прикол. Так, сейчас будет бежать. Слушаем, слушаем. 2 часа. А этот ржет и ржет, Фредди. Ну да. Кстати, Чика кастрюлями не тарахтит. Очень странно. Обычно тарахтит. Ну конечно. Так. Слушаем. Я буду бежать. Вот-вот-вот сейчас вот. Блин, каждого звука боюсь. Это затишье перед бурей. Да. Слушаем. Опа, у вас прям вообще жестко, да, атакуют с вашей стороны? Да. У меня как-то сейчас булочки расслабленные. Но я вижу, и ходят, как к себе домой. Чики, ну, так это не работает. В холодильнике ничего нет, вот и не тарахтит. Ага. У нас тут кекс видит. Хочет жрать его, а это наш кекс, не отдадим. Вообще рандомно, нема какого-то алгоритма определенного, просто рандомно, вот вообще не приходит. В ту ночь у меня Бонни 3 или 4 раза прям приходил, сейчас не хочет. Бежит! Нормально, продержимся, Димас.
Ох, энергии своровал, ох и вор. Так, 50%? Да, и 3 часа. Все, значит, мы пройдем. Все спокойнее. Изи, да. Главное, энергию не транжирить лишнюю. Да. Телефоны на зарядке поубирали все свои? Вентилятор бы выключить, тоже жрет энергии много. Я так переживаю, чтобы мы опять прошли. Ой, опять, не проиграли. Так, сейчас будет опять бежать. О, пришел, наконец-то, хоть кто-то ко мне пришел, то скучно. Фика. Я вижу, вижу. Пришла. У меня только Бонни приходит и Фокси бежит, и все. А у нас Фредди и Чика. А, ну да. Странно то, что Голден Фредди нету. А будет. Только не в этой части. Серега. Не-не-не, он в этой части вроде не приходит. Или приходит? На этой карте нет. Ушел. На других возможно. Так, 4 часа, ребята, держим кулачки. Так, бежит. Бежит. Смотрите, 43%. 32! Ого, чего он так много украл? Он 9%, грубо говоря. Десяточку. Отлично. У нас тут тихо с моей стороны. А теперь они меня атакуют. Прям нападают жестко. Так, ну сейчас прибежит еще раз Фокси, мы сольемся, нам не хватит. Но надеюсь, не прибежит. Он на 5 часов, я думаю, прибежит, как вариант. Блин, энергии мало, очень. Слушаем, слушаем. Бежит! Да ну ладно, нам не хватит энергии! 11%! Да как? Что за жлоб? Тише, блин. Тише. Продержимся. Прорвемся. Да нет, не хватит. Ну да, чтобы сейчас 5 часов встало, вот прям сейчас. Сейчас будет 5 часов, давай. Вот, 5 есть. Часов. 9%! Ну не хватит. Хватит, хватит. Хватит, не бойся. Да? Да. Продержимся. Главное, следи за дверью. Слежу. Отстаньте от нас, аниматроники. Жесткие вообще, прям. Ну реально жесткая ночь. Уйдите, не заходите к нам. Никого не. Блин, нету. Энергия Фредди. Быстро кончается очень. 7%. Идите отсюда, разбийники. Может, это тот будет случай, когда 1% у нас останется? Блин, фу, этот Бонни пришел. Блин, сразу открывай моментально, даже не держу дверь. Смотри еще раз. Я по таймингу все делаю. Смотри, как жестко. Жду, я открываю. 5%. Ну, это смешно сейчас. 3-4. Блин, наверное, мы, пацаны, проиграем. Не, прорвемся, выиграем. Мы выиграем. 3%. Мы выиграем. Блин, главное, он верить. Он приходит и приходит. Я прям видел, как открывает дверь. Ну, 2%. Блин, это жестко. Ребята, 1% и мы должны затащить. Пожалуйста, 6 часов, давай. Мы... Энергия кончилась. И время не идет. Нет. Да ладно. Прошу час. Давай 6 часов, да. Да как? Повезло. Блин, вы не должны были пройти. Да как, с нулевым процентом? Ребята, напишите в комментах, у кого такое было. Это, наверное, реально круто. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.